Добрый день, уважаемые телезрители! Я вас приветствую в программе «Музеймания». Я заведующий отделом Государственного биологического музея Касаткин Михаил Васильевич. И я приглашаю вас на экскурсию по этому музею. Это первый вводный зал нашего музея. Он посвящен проблемам охраны окружающей среды и экологии. И поэтому в этом зале очень много диорам, которые показывают различные природные экосистемы. Экосистемы торфяного болота, горные экосистемы, городские экосистемы. И здесь много редких животных и растений, в том числе виды, которые занесены в Международную Красную книгу, в Национальную Красную книгу. Но самым редким экспонатом в этом зале у нас являются фрагменты скелета и кости стеллеровой коровы. Это животное, которое было открыто во время Великой Северной экспедиции под руководством командора Витуса Беринга в 18 веке. И всего за 27 лет этот вид животного был полностью истреблен человеком. Наши сотрудники в конце 80-х годов прошлого века ездили в экспедицию на командоры и привезли почти полный скелет этого животного, который является очень редким экспонатом и встречается в немногих музеях мира. Это второй зал, который у нас называется «Мир животных». И в этом зале у нас показано очень большое разнообразие самых разных представителей животного мира, начиная от губок и кораллов и заканчивая птицами и млекопитающими. Кроме экскурсий, на которых у нас демонстрируются голоса птиц и других животных, включая даже голоса рыб, мы на различных наших мероприятиях показываем и живых животных, либо тех, которые содержатся в нашей лаборатории, либо тех, которые нам одалживают наши коллеги из Московского зоопарка. Вообще, в эту экспозицию довольно много животных попало из Московского зоопарка. Ну, например, у нас вот там в витрине есть серебристый гиббон. Это самка, которая более 15 лет прожила в Московском зоопарке, умерла от воспаления легких, а потом ее передали в наш музей, и в качестве экспоната она у нас уже многие годы демонстрирует разнообразие животного мира. Кроме того, у нас даже сохранились записи голоса этого гиббона, потому что она, когда жила в зоопарке, она по утрам и вечерам издавала горловые звуки, очень напоминающие пение. Так вот, это пение у нас в записях прижизненное тоже есть. Этот зал называется «Растения, грибы и бактерии». Мы здесь показываем представителей трех разных царств. И здесь у нас проводятся занятия и проходят экскурсии по ботанике. В этом зале у нас показаны разные группы растений, начиная от низших водорослей и лишайников и заканчивая высшими цветковыми растениями. В этом зале у нас есть вот такая диорама, которая показывает экосистему пойменного луга. Здесь изображено конкретное место. Это окрестности академгородка Пущино на Оке, куда наши сотрудники специально выезжали для того, чтобы собрать экспонаты для этой диорамы, а художник делал эскизы, зарисовки для того, чтобы сделать задник. Ну, конечно, она немножко пасторальная, потому что сейчас трудно найти место, где не было бы каких-нибудь видно зданий, заводских труб, но, тем не менее, она отражает разнообразие, видовое разнообразие растений вот на этом пойменном лугу. Когда наши посетители начали рассматривать эту диораму, то оказалось, что самые маленькие ищут там в траве насекомых. И нам пришлось добавить к растениям еще самых типичных для пойменного луга насекомых, которые можно найти в глубине травы. Это совершенно новая экспозиция, которая открыта совсем недавно. Называется она «Царство грибов». И мы в этой экспозиции постарались рассказать о том, что такое грибы, почему их выделяют сейчас в отдельное царство, чем они похожи или не похожи на растения и на животных, и вообще, кто относится к грибам. Кроме того, среди грибов есть друзья и союзники человека, а есть грибы, от которых человек страдает. Вот, например, витрина, рядом с которой я стою. В правой части витрины показаны грибы, которые являются для человека вредными.
Это различная плесень, которая покрывает продукты питания. Это грибы, паразиты растений, в частности, спорынья пшеницы и фитофтора картофеля. Это стригущий лишай, заболевание, которое наблюдается у многих животных и у человека иногда тоже. В левой части экспозиции показаны грибы, которые приносят человеку пользу. Это такие грибы, которые используются в сыроделии, в виноделии, чайный гриб, гриб чага, который используется как лекарственное средство, и пенициловые грибы, которые используются для изготовления антибиотиков и других лекарственных препаратов. Этот зал, он посвящен проблемам, которые изучает физиология человека и животных. В частности, здесь показана тема питания, пищеварения и обмена веществ. И наиболее интересным экспонатом среди всех здесь является так называемая павловская собака. Эта собака по кличке Рыжик, она была прооперирована директором нашего музея Борисом Михайловичем Заводовским после того, как он прошел стажировку у выдающегося физиолога Ивана Петровича Павлова. Иван Петрович Павлов был первым русским Нобелевским лауреатом, который получил Нобелевскую премию еще в 1904 году за изучение физиологии пищеварения. Он изучал как раз эту физиологию пищеварения на собаках. Поэтому у этой собаки есть трубочка фистульная, по которой капает слюна в пробирку, и фистульная трубочка, соединенная с желудком. У нас сохранилась запись книги отзывов, когда школьники, посетившие музей в 1938 году, пишут, что им в музее особенно понравилась собака по кличке Рыжик, который, если покажешь кусочек мяса, у ней по трубочке в пробирку начинает капать слюна. Вот с того момента Рыжик стал музейным экспонатом и демонстрировался даже на международных выставках. Он прожил в нашем музее более 15 лет и умер суровой зимой 1941-1942 года. В этой экспозиции у нас показана физиология растений, и в частности минеральное питание растений и процесс фотосинтеза. Одним из самых интересных экспонатов, иллюстрирующих минеральное питание растений, является вот эта корневая система одного растения кукурузы. Этот экспонат мы получили с выставки «Достижения народного хозяйства», где он демонстрировался в 1970 году в павильоне земледелия. Для того, чтобы получить такой экспонат, надо было взять большой монолит почвы, ну а затем аккуратно отмыть все корни этого растения. Этот экспонат дает действительно полное представление о том, какой большой объем почвы пронизывают корни только одного растения. Это самый старый и один из наиболее красивых залов нашего музея. Он построен был в конце 50-х годов прошлого века в классическом музейном стиле, характерном для того времени. Он посвящен проблемам эволюции, называется «Основы эволюционного учения». И несмотря на то, что он создавался в очень сложное для нашей отечественной биологии время, в нем нет ни одного экспоната, который противоречил бы современным эволюционным представлениям. Зал очень насыщен экспонатами, и его украшают три большие диорамы, которые показывают птичий базар на Мурманском побережье, природу средней полосы в окрестностях Рыбинского водохранилища и песчаную пустыню, пустыню Каракум. Наши сотрудники ездили в экспедиции, привозили оттуда материалы, которые были использованы при строительстве этих диорам. Автором художественного проекта этого зала был очень известный художник-конструктивист конца 20-х и 30-х годов Владимир Стенберг. Он в течение 20 лет был главным художником-оформителем Москвы, а затем перешел на строительство музейных объектов и построил вот такой красивый зал. На этой экспозиции мы до сих пор читаем лекции для студентов Медицинской академии Сеченова по теории эволюции. Этот зал посвящен проблемам происхождения и эволюции человека. В этом зале можно увидеть эволюцию древних людей в лицах. Вот здесь у нас, вы видите, есть скульптурные антропологические реконструкции, которые показывают, как выглядели древние люди, жившие десятки и сотни тысяч лет тому назад. Эти реконструкции сделаны выдающимся археологом, антропологом и скульптором
Михаилом Михайловичем Герасимовым, который разработал метод, позволяющий восстановить черты лица любого человека по лицевым костям. Поэтому мы можем в лицах увидеть, как выглядели древние люди. Сейчас эта методика используется очень широко, и благодаря этому мы имеем полное представление о древних людях. Сводчатый потолок этого зала расписан рисунками, полностью повторяющими фрагменты фресок, найденных в разных странах мира в пещерах и сделанных древними людьми. Здесь у нас есть фрагменты фрески со знаменитыми бизонами из пещеры Альтамира в Испании, лошади из пещеры Ляско во Франции, изображение колдуна, одетого в звериную шкуру, из пещеры Трех братьев. Ну, а вот здесь вот у нас есть знаменитые фрески, найденные на плато Тасселин-Аджер в пустыне Сахара в середине 20-го столетия, которые относятся к началу эпохи скотоводства, примерно 6-8 тысячелетий назад. Это продолжение экспозиции, связанной с изучением эволюции человека, совершенно новое, построено несколько лет назад на основе последних находок, сделанных в разных районах мира. В том числе многие из них стали совершенно неожиданными для ученых и заставили пересмотреть уже сложившуюся концепцию последовательного развития древних форм людей. Оказалось, что современная эволюция человека скорее напоминает большой раскидистый куст с большим количеством боковых тупиковых ветвей, которые не оставили потомков. Эта экспозиция делалась совместно нашими сотрудниками с редакторами интернет-портала Anthropogenes.ru. Редакторы утверждают, что эта экспозиция самая полная в России и одна из самых полных в мире по количеству находок, сделанных за последнее время. В том числе здесь у нас есть находки, которые стали научной сенсацией. Находки, сделанные в 2004 году, карликовая форма ископаемого человека с острова Флорес. Здесь у нас есть знаменитый коренной зуб, найденный в 2010 году в Денисовой пещере на Алтае, по которой сейчас выделяют новый вид, который носит название сейчас условный денисовский человек, не похожий ни на неандертальцев, ни на современных людей. И, наконец, у нас здесь есть череп, найденный в 2013 году в гроте Rising Star в Южной Африке. По останкам, найденных в этом гроте, был описан тоже совершенно новый вид людей. Так что это самые последние находки, которые здесь в этой экспозиции у нас представлены. Этот зал у нас посвящен эволюционным проблемам и называется «Развитие жизни на Земле». В этом зале сочетаются нижние витрины, в которых выложены натуральные палеонтологические образцы, и верхние витрины, в которых вы видите палеоландшафтные диорамы, в которых в масштабе 1 к 50 показано, как менялся климат, ландшафты, животный и растительный мир нашей планеты за последние 650 миллионов лет. Среди экспонатов этого зала есть достаточно редкие вещи. В том числе у нас хорошо представлены древнейшие следы жизни, так называемые строматолиты или ковровые камни, которые образовались в результате жизнедеятельности цианобактерий или сине-зеленых водорослей, которые живут и по сей день. В нашей коллекции есть образцы от современных, которые продолжают образовываться и сейчас, до образцов из Карелии, которые имеют возраст более 2 миллиардов лет. Самые древние строматолиты были найдены в Австралии, их возраст приближается к 3,5 миллиардам лет, и именно по этим датировкам было установлено, когда впервые возникла жизнь на Земле. На этом наша экскурсия по залу музея заканчивается. Конечно, мы показали далеко не все, что у нас имеется, поэтому я вас приглашаю в наш музей, мы всегда будем вам рады. До новых встреч!